Компания Aeron, выпускающая на рынок разнообразные электронные устройства, не собирается останавливаться на достигнутом и вновь представляет вниманию потребителей интересный и очень необычный продукт – часофон Aeron Nox. Это гаджет в форм-факторе наручных часов, обладающий функционалом полноценного мобильного телефона. Каков же он в реальной жизни? Давайте выясним с помощью нашего видеообзора. Часофон поставляется в оригинальной коробке и имеет типичную комплектацию. Гарнитура проводная, стилус и кабель microUSB. Модель часофона Aeron Nox выполнена в подчеркнуто деловом и элегантном стиле. На ремешке из натуральной кожи, в тонком, но прочном и легком корпусе. Цвет ремешка может быть черным или коричневым. Лицевую сторону устройства занимает сенсорный дисплей, отображающий 262 тысячи цветов. С тыльной стороны размещена крышка-аккумулятор. На верхней грани расположен модуль камеры VGA. Слева – прорезь динамика и разъем microUSB. На правом боку – кнопки приема и завершения вызова, а также кнопка входа в меню, на которую возложена еще и функция подтверждения действия. В ремешке часофона есть крепление для небольшого телескопического стилуса. Экран Aeron Nox резистивный, реагирует на нажатие и пальцем, и стилусом. Имеет достаточный запас яркости. В режиме ожидания экран отображает аналоговые часы. После разблокировки на экране отображается рабочий стол, с которого можно вызвать основное меню, номеронабиратель либо телефонную книгу. Часофон предлагает несколько вариантов для телефонного общения с помощью громкой связи, а также по проводной и беспроводной гарнитуре. Гаджет имеет телефонную книгу на 500 ячеек, поддерживает рукописный, посимвольный ввод текста. Камера Aeron Nox может снимать фото и видеоролики. Устройство оснащено аудиоплеером, возможностью воспроизведения форматов MP3, MP4, модулем Bluetooth с поддержкой A2DP, а также имеется GPRS и WAP. Есть FM-приемник, диктофон, калькулятор, поддержка карт памяти microSD объемом до 4 ГБ. В общем, вполне достойный функционал, как для телефона в компактном формате наручных часов. От полностью заряженного аккумулятора, емкость которого 480 мАч, часофон способен проработать около полутора суток, а при незначительных нагрузках – двое суток. Часофон Aeron Nox найдет своих поклонников прежде всего среди любителей новшеств и ценителей индивидуальности. Такой гаджет также может стать прекрасным и нестандартным подарком поклоннику современных технологий.